Всем привет! Мы сегодня делали шоколад белый с микрио. Вот, шоколад у нас Калибо. Такие вот, смотрите, штучки с безешками. Очень вкусный. И, конечно, с микрио вообще очень хорошо делать. Это упрощает темперирование. Вот такие вот у нас штучки. Вот эти вот с клубничкой вообще вкусные. И тянь какие, как медальки. Потом вот такая еще у нас шоколадка. Сейчас вытащим, посмотрим. Это у меня новая формочка. Практически идеально. Вот эти вот немножко подрезать уголки. Вот какая она. Это манго здесь. Ну, белый шоколад очень сладкий, и манго немножко скрашивает. Она такая кисленькая, вкусная. Вот такая вот шоколадка. Сейчас еще одну покажу. Мы еще одну сделали. Нам надо было несколько штучек. Это вообще интересная. Она двойная. Вот, говоруха наша. Вот, она у нас двойная. Это шоколадка. Она вот тут, вот видите, такая молочный шоколад. И белый. Немножко не рассчитали просто с молочным шоколадом. Оказалось, что вот на эту шоколадку надо 175 грамм у нас шоколада ушло. Сейчас вытащим аккуратненько ее отсюда. Бог с ним, потом обрежем вот это вот лишнее. Ничего страшного. Такая-то она красивая, она вообще блестящая, классная шоколадка. И ее можно вот так вот по этим долечкам отламывать. Здесь у нас вишня и малина в белом шоколаде. Ну, он небольшой, видите, слой такой вот. Белого шоколада, где его сбоку, наверное, хорошо видно. Видите, в основном он молочный и немножко сверху белым залит. Вот, такие шоколадки. Все я их делала, темперирование с микрио было у меня. Вот, покажу, как это все делается. Это намного проще, чем несколько раз греть в микроволновке, разогревать, температуру выдерживать. В общем, попроще. Так что всем пока. Такой у нас чудесный шоколад. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Пока-пока.